Эй, всем привет, друзья! С вами Александр, это канал Алекс 86 Play. Продолжаем прохождение Uncharted 4 Путь вора на ПК 2022 года. Короче, остановились в прошлый раз с вами на том моменте, где нам нужно взломать замок чем-то, чтобы отключить свет. Салли там торгуется, в общем-то, у него денег нет, чтобы этот крест не попал в чужие руки. Вот этого, по-моему, Рафи, или как-то его звали. Вот, я специально поставил на паузу, потому что мы с вами прошлой серии закончили на этой же паузе, дабы там, возможно, это на время, возможно, не на время, я не в курсе. Вот. Поэтому, собственно, я зашел, сразу поставил на паузу, чтобы ничего не пропустили, чтобы ничего, как говорится, не ушло. Все. Так, сейчас, секундочку. А что такое? Раз. У меня как будто ОБС-ка тормозит. Ну-ка. Раз. Раз. Ладно, разберемся. Все. Всем приятного просмотра, продолжаем. Цена достигла 130 000. Так. Блять, я опять не это не сделал. Да что ж такое-то? Нет, да. Ваши ставки, сеньор. Цена возрастает до 150. Чего? Так, они там торгуются 150. Последняя ставка составляет 160. Давай. Да ладно. Я начинаю нервничать. Да подожди секунду. Сеньор ставит 170 000 евро. Раз. Опа. 144 евро, да. Цена достигла 190 000 евро. Давай. Спокойно? Всем спать. Все, я у рубильника. Готов? Жми. Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 210 000 евро. 500 000 евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 000 евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 000 раз. 500 000 два. И распятие продано за 500 000. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. А креста нет. Пропусти, а креста нет. Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище. Ладно. И Рейф, о, я почти угадал. Сэм, отбой. Святой Дисмус тут. Хочешь поболтать? Да. Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Так, вопрос, где я? Тан-тан-тан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, щит. Так, куда? Могу прыгнуть туда, могу прыгнуть сюда. Чёрт! Так, если шкала запалился. Да блять, а как он меня запалил-то? Здрасте. Хуяси. А чё так много охранников-то? Алло? Меркачери, блять, куло. Вы... Мне-то никто не сказал, что у вас тут будет сейчас. Ой, блядь, охранник. Стоит. Так, можешь сюда? Спасибо. Так, машина... Слышь, ты хорош за мной ходить, влечёло.
Ой-ой-ой! Маки... Ой-ой-ой-ой! Внезапно стелс пошел, лакшон пошел опять. Так, спасибо, ты отвернулся. А ты можешь вот сюда прыгнуть? Да хорош, что не можешь? Успеть-то. Да не стреляйте! Я да ну хорош! А, черт! Нейт, что происходит? Да ну спалил, козёл! Да меня стреляй! Опа! Надо было взять пушки! Пора за ней! Знаю! Пушки, блядь, я чё, блядь, вам... Можешь свалить отсюда? Facciamolo fuori! Да ёбаный, отвяжись ты! Да ладно! Хорош! А я не виноват. Серьезно, я же не знал, что здесь такая херня-то пойдет. Так, где он меня спалил? Вопрос. Генифори. Действительно. А в смысле нельзя, что ли, спускаться? Я что-то вначале не понял, но оказывается, ну, блять, ладно, так бы сказали. Ты трогал. Подсказка. А кого он отсюда ушел, нет? А ты на... Можешь развернуться? Да почему ты так делаешь-то? Давай, раскачивайся. Раз. Раз. Два. Три. Морская фигура, замри. Отлично. Кто-то палит. Палят и палят. Смотри-ка, сучары. Где этот самый-то ваш? Блять, балкончик. Сейчас нифига не это. Где они? Вот это стелсон. Здесь прикольно, здесь не показывается, куда тебе нужно идти. Ну, то есть, обычно же какие-то стрелочки там. Куда-то тебе говорится идти, то есть, пока сколько метров. А тут, блядь, идешь просто и все, и хрен. Наверху выгодная позиция. Да? Че он меня спалит, выгодную позицию твою? У них какие длинные, блин, фонарики-то, нихера себе светят, вы че? Можешь, пожалуйста, отвернуться, а я прибегу. Спасибо. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo? Чё, ты не понял, ты чё такое сейчас? Тачки куда-то угоняют. Я реально не понимаю, куда мне идти. Может, мне действительно куда-то забраться? Нет, здесь не хочет. Здесь тоже не хочет. Так нет, нельзя! Блях, ну а куда, серьезно? Пацаны, подскажите. Я вижу, чуваки угоняют. Уезжают, точнее. Так тут главное не высоко-то.
пойдем на крышу залезем. Правда, он не хочет. Туда, что ли? Больный зал. А там и дорога. А я что-то, малёха, в другую сторону сейчас шёл, да? И каким макаром? Так, ну чуваки ушли, это ладно, это радует. Но непонятно же. Сюда не хочет. А это я, блядь. Все в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду и все. Да ладно. А тут есть какие-нибудь сокровища там? Ой, блядь, вазу сломал. Ты чё, дурачок, что ли? Ну, обычно же в игре там типа что-то находишь. Блядь, все поломал. Ты что делаешь-то? Там в вазе, возможно, блин, миллион лет было, а ты ее взял, сломал. Так нас этот-то в лицо помнит. Ты чё? О! Скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Сама напросилась. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит. Да ладно. Махачок, ну давай. Ты себя выдаешь. Пытаюсь уравнять шансы. Ай, больно. Не вышло. Да? Я тебе поддался. А как? Да хорош. Да прекрати. Иди а, сюда. Больно. Отдавай мне артефакт. Да нет у меня его, дурочка ты. Вы знаете, сколько я их за жизнь насобирал? Пожалуйста, выражайтесь точнее. Сейчас я тебе все объясню. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничего? А клоняться здесь вообще есть? Ну да, подходи, подходи, сучка. На, сучка, ах ты ж, сучка. Да хорош, прекрати. Тебе хватит? Нет. Или будешь продолжать умничать? Ну, знаете, я вообще всю жизнь с успехом умничал. Зачем бросать? Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Наверное, в других штанах. Не трать мое время. Бляха, я... Надо это... Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Раскладку опять поменять. Вот здесь. Какая, сори? Я у машины. Вы куда провалились? Меня удохали. Я встретил твою на один раз. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Нейн, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл... Да блях, серьезно? До встречи. Пещера на Намекере 4, Баденер, Будыш, Баденере. Я не понимаю, куда идти, Манаменери. Вот здесь ты прыгнешь? Отлично. Шеременери, Геременери, Шпиридеременери, Манаш Бадери. Так, а ты сюда прыгнешь? Нет, блядь, не прыгает. А что? А зачем тогда я сюда залез?
Как же, бляха, непонятно-то, серьезно. Можешь вот сюда залить? Не, серьезно. Я вижу вон. Но как туда попасть? По идее, вот сюда, по крышам. Та, прикольно, я оттуда спрыгнул, но я туда не могу попасть. Но вниз мне не дадут спуститься, это однозначно. А другого выхода я здесь не вижу. Бля, что-то какой-то тупик. Но по идее он должен вот здесь прыгать. Вот на эту штуку он не запрыгивает почему-то. Бля, ты издеваешься, серьезно? Натанчик. Я застрял, получается, здесь. Он никуда не хочет прыгать. Здесь он не лезет. Он тупо сюда запрыгивает, и все. А нахрена ты сюда запрыгнул, тогда вопрос? Что-то по идее, вот-вот, сюда прыгнул, туда прыгнул, облез, и все. А он меня не хочет. Вот серьезно, не хочет. Вмять. Да ладно, я что так не делал, что ли? Я ж так делал. Ты прекрати. Не долетел же ведь нисколечки. Опа. Чё это? Я поймал. Конец тебе! Классный выстрел! Да, я в курсе. Да, пока держусь. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно. Спустился, да. Да бляха, ну серьезно. Ой, не могу. А, все заново, да? Окей. Хедшотик. Классный выстрел! Ты живой? Да! Живой. Пока держусь. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно. Я серьезно, я нажимал тогда, чтобы он... Хорошо, я понял. Я нажимал. Да, блядь. Я тут застрял, идея есть? Быстрее всего через зал. Ты говорил, он замер. Ну, теперь я не знаю. Так, если вы действуете скрытно, вы можете поменять против... Ты понял, Нейт? Да, понял. Да ляха, как же это мляха. Так а нахрена мне скрытность сейчас? Отвернись. Да помечать это кайфово, да, ты будешь знать, дети шарятся. Но с пистолетом в руках, наверное, не очень удобно. А дальше куда? Спускаться мне не велят. А кто меня палит-то? Так мне, по идее, вон туда надо. Бля, пацаны, вы мне вообще мешаете. Вы мне очень мешаете. Я бы даже сказал. Мерда! Сэмбиамоло!
Какие, блядь, приставучие. Блять, отцепись. Кто меня сдал? Да, блять, какие, не вижу ничего, хоре слепить. Своими фонариками. Ёбаные паразиты, а. Вы чё, блядь, издеваетесь? Выруби свой говнофонарик. Блять, прутся и прутся. Вот тут черт там засел, а? Отлично. Ну бля, ну стелс это, конечно, прикольно здесь, но в данном моменте, когда ты не знаешь, куда идти, и они еще тебя, блядь, слепят, плюс я еще забыл поменять раскладку. Зачем ты меняешь пистолет на... А, это только УЗИК либо... Ясно. То есть, ну, серьезно, такой себе. Блядь. Ёбаный дурачок, откуда ты там взялся-то? Так, я как бы еще не привык к этому управлению. Это какая, 4-я серия? Вообще просто. Он как бы прыгает-то хорошо, но... Но есть но. Так, я смогу сюда залезть? Нет. Сейчас здесь будет перестрелка, да? Ладно, я почти в бальном зале. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Где ты? Я иду, сэр. А где он? Блять, да где ты? А ты можешь, блять, наверх забраться? Я же говорил, что мне надо вон туда. Ну серьезно, ну бляха! Теперь он не хочет туда. А я не знаю, как тебе попасть туда. Я вижу веревку, но... Это мне ничего не дает. Мне нужно забраться на крышу. А! Здрасте. Супер. Как все, бляха, прикольно так сделано, знаешь. Зашибись, блядь. Да, блядь, откуда вы нахер вылезли-то? Казбеки, а. Бля, патроны сейчас все израсходуют. Блять, не было, нахуй понавылазили. Да что ж вы не дохнете-то, мороси? И долго мы так будем перестреливаться с тобой? Он не дохнет. Ему пуля попадает в голову, ну и ему пофигу. Все, я пуст. Так, возьмем патроны на пистолет тогда. Да, прикольненько, конечно.
Очень прикольненько. Пока допетришь, блядь, как тебе куда залезть? Там уже это. Да там уже все. Вот черт. Здорово. Вызывал. Да, я такой. Чё тебя тут прижали, да? Да. Аукцион мне надоел. Да. Мне тоже. Блять, какие же они, сука, живучие-то здесь. Сейчас всё меняется. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Чёрт, и что будем делать? Возле зала есть фонтан. Ну вас там. Им похуй. Ясно. Пошли. Где? Попал. Этим, сука, чувакам похуй. Да, блядь, хорош все ломать! Вот этого пупаса можно убить? Ну да. Ну-ка, покажись! Какой-то, блядь, дезертыгл взял. Сейчас я до тебя доберусь. Блять, как шьют! Патроны просто в щи улетают. Вот это я понимаю! Вот это хорош! Вот это ты сейчас получишь. Мазефака. Блять, а есть? Чё вы все... с автоматами? Мне патрошки на пистолетик. Так, это УЗИК. Стали, у нас мало времени. Все почти на месте. У меня два патрона осталось. Бля, какой беспредел пошел. Уже почти. У тебя там что, катапульт? Быстрее! Бля, ну серьезно, ну в голову ж попал. Пацаны такие живучие-то. Пацаны, ребята. Да ебаный масло. Блять, он их в рукопашку пошел валить. Кто меня отсюда-то гасил? Ёбана масло, что творят? Это нечестно с гранатами кидаться.
блядь, подстава! Выходим! Куда она? Выходим, их там набежало, блядь, целая куча. Не, вы чё, блядь, пацаны? Того бы гада бы задеть, но я его не вижу. Где ты, мразь? Красивчик. Красавчик, хотел сказать. Получилось красивчик. Ага. Уедь, блядь. С ума, блядь, посходили. А кто меня спасать будет? Я сам? Хорошо, патрошку заберу. Какой лимузин? Не до лимузинов. Давай, Саля, гони. Пипец, блять, особнячок. Пол, блять, этого перевалили. Так. Мою душу ждут муки ада. Не-не-не, так открыть же можно. Завесончик был. Черт. Что? Пусто. Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и... Дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище... Аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Так она не в курсе. Ну ты даешь. Ну там все не так просто. Слушай, мы с ней столько пережили. Да, да, да. Не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф, и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, тут я сюда. Ах.
О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Не знаю. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Да не все скучковались вокруг собора, это хорошо. Пиздец, он собор разносит, что ли? Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Как бы здесь, блин. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт? Да. Ты только... вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Вот что делают деньги и власть, да? Так, могила Генри Эвери. Странное местечко для сокровища. Да нет. О, прикольно. Когда Эвери сюда берет там и... Собор был уже заброшен. Наверно. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рейв? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Ха. Представь, на что он готов теперь. Стараюсь не думать. Так, ты опять идешь сам по себе, да? Так, а где было кладбище-то? Сэм, слушай. Тут обрыв. Он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Про него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. А тут высоко. Да. Я пока в этой игре реально не могу приколоться, понять, куда идти. Я просто вот там увидел что-то и... Вот куда, серьезно? Ну вот там прохода нет, там текстуры. Тут, допустим, мы спустились, это окей. Будем думать логически. Судя по всему, туда, но, блядь, а как? Как туда попасть? Обычно в играх реально там, если ты куда-то идешь, либо вот значок показ, либо тебя NPC ведет. Да, тут ни того, ни того. Так, а зачем мы тогда спрашивать? Блядь, мне надо было здесь, что ли, спуститься? Так а каким образом тогда? Не, погоди, там тоже проход нет. Чего мне говорить-то? Хотя вроде вон там спуск. Возможно. А можно как-то наверх-то забраться теперь? Ладно. А ты так сможешь, братюнька? А, ни хрена себе, он как накрест. Икс, блядь, нарисовали. Хэ, блядь. Не, так нечестно. Как это так вверх-то? Должно выдержать. О, это мысль. Да. Оп.
А это что такое? Ведь иначе я не зря увидел. Это еще что? Снаряга для раскопок. Геологи. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. О, черт, пригнись! Алло, пацаны! Харе-баре! Покажи свою дудку. Ах ты ж трубник. А типа выстрелы сейчас никто не услышит, да? Поберегусь. Молодчина, Нейк! Воу! Долбали вы с гранатами. Закончили. Какую гранату кинул? Я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Гаденыши какие, а. Да дай патронов-то возьми. Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Чё, падла, где вы? Где эти пендехосы? Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположенница. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Как дверь открыть? Какую дверь? Вот эту? А зачем нам ее открывать? Я говорю, здесь непонятно куда и зачем. То есть мы только что же отсюда пришли. Какую дверь-то открыть? Ничего не понял. Нам же тупо просто пройти. Но возможно, здесь какие-то секреты, тайники, загадки. Для чего-то же она нужна, эта штукенция? Так, орел или решка? Динамит. Динамит. Осторожней с этой хренью. Удерживайте Г. Чтобы отменить бросок. Ой. Так, и что нам, куда дальше-то идти? Так в смысле, нам надо все равно, что ли, сюда? Ну давай. Пожалуйста. Я открыл дверь. Это было очень громко. Надеюсь, нас не слышат. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Желтый ящик подойдет. Серьезно? А как я его скину? Как тут интересно-то все. То есть, короче, так взломать не судьба. Ладно, сейчас ящик желтый расхерачим к херам. Вот так. Получай дверь. А ты разбираешься. За свою жизнь я много чего взрывал. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Хе-хе, можем. Можешь это взять? Ты можешь поможешь там? Братан, браталек, братишка. Да ёб твою мать, а вы не-то откуда вы? Марика! Шашка! Он еще и живой остался, серьезно? Вон они!
Сука, ты его лих! Ебаха! Не, пацаны, это нечестно. Так они со всех сторон стреляют. Да, блядь. Какое нахуй укрытие? Да где они со всех сторон? Чё за нахта? Как они сверху-то оказались? Вот это мне не понравилось, конечно. Во-первых, ну ладно, они отсюда спустились. А вот те-то сверху-то откуда вы? Блять, живучие какие, а? Я пойду в обход! Нет, 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 нет! Задолбали вы меня, однако. На ему леща, блять. Твари, блять. Со всех сторон лезу. Ты чё, блять? Красиво. Пока 47. Близко. Да, блять, откуда вы? Где? И чё? Они нас не видят. Нужно обыскать всё! Живо! И где ты, моросня? Вот про чё я говорю. Почему он такой живучий, падла? Он взял, тупо ушёл. Какой-то. Что не так с этой игрой? Я уже и одиночными стреляю. И чем только не стрелял. Я в него рожок выпустил. А он танцует. Да не очень. Ну, могло бы быть, я согласен. Ну, что-то это, знаешь, такое себе. Какая-то нелепая стрельба, конечно, здесь сделана. Здесь мне... Да уйди! Мне нравится все, что здесь продумано до мелочей, как они двигаются, как они говорят, как вот этот он автомат берет, как стрельба, все нормально, все отлично. Но, бляха, вот как они из динамита не умирают нелепо. Так же, в принципе-то, со всего остального они нелепо. Ну, бля, динамит реально взрывается, разлетается к херам на многое расстояние, а они живые. Ну, а что это, скажете, я не прав? Что... Да возьми ты, пожалуйста, что ты. Мне кажется, я прав. Вот это реально. Ну давай, ёлки мусора тут понамусорили. Вот. Ну, пошли. Вот, пошли. Так мы куда идем-то? Мы-то, блядь, спускались. Теперь, блядь, поднимаемся. Ты идешь, браталик? Так, окей. Есть! И куда? Осторожно. Что, сюда? Зацеплюсь. А он как там будет зацепляться? Вопрос, куда? Я правильно думаю? Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Ну тогда попробуй. Так
Вот видишь? Неуклюже. Так, а это вопрос куда? И зачем? Жесть какая-то. Не, по части скалолазания здесь прям это. Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Давай. Оружие-то убери. По части скалолазания мне нравится. Сделано неплохо. Ну и то, что мне нравится, то, что без подсказок все это сделано. Вот. А что так темно стало? Погоди. Темнота стала. Сейчас свет включу. Что не говорить-то? Вау! Как мега ярко. Сейчас, пацаны, погодите, погодите, пацаны, пацаны, пацаны. Не в дружбу, а в дружбу. Как там? Вот так вот. Чего вы тут? Ты куда? Давай, я подтяну тебя. Каким? А, да? Ну давай. А я не прыгает? Да убери пистолет. Давай. Хера у них силище. Спасибо. Просто два брата-акробата, реально. Вообще просто, бля. Это нам туда, что ли? Монашеские кельи. До них всего пара прыжков. Ну только я, блядь, не сказал. Ща-ща-ща. Да, вот это я тоже хотел сказать. Не очень зад обдирать. Это я заметил. Мне нравится. Будет по двойной таксе платить. Чё? Главное деньги. Подло. Блять. Бывает и хуже. Вы-то откуда? Пойду одолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. И что дальше? Он подавил мятеж? С нашей помощью все обошлось. Но как только кончились деньги, у нас не осталось причин участвовать в заварушке. А генерал? Не продержался и ночи. Ну вы подлые. Как говорит Надин, это просто бизнес. Я за движуху. Сейчас он такой вооруженный. Молодец. А этих можно потихой? Такие как тараканы, смотри. Твой будет левый, мой правый. Откуда ты узнал? А откуда я узнал? Нас так просто не возьмешь. Ну там дохерища их. В том же духе. Так, если учнешь противника в высокой траве, его союзники его не увидят. Хорошо. А, то есть мы в травку садимся и все, да? Ну, бля, ходи с бинокль. Вы подготовили участок? Нет. Еще готово к визиту Толстосума. Что-то они не торопят. Босс хочет результатов, причем вчера. Что-нибудь нашли? Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знаю. Хера себе. Бля, их здесь много. Вот здесь прям вообще много. Раз, два, три, там был четвертый. Да что такое-то? Что такое? Что? Ау-ау-ау-ау, кто? Ты какой зрячий-то? Держать. Ух, черт. Да бляха, не получилось. Ну, сложная стрельба, не знаю. Понятно, что, блядь, по стелсу.
Бля, такой беспалевный стелс вообще. Беспалевный стелс. Чё-то пикает, ну чё где пикает? Ну сука, я бы затем пошел. Тут меня запалит. Чувак, не ходи сюда, не делай этого. Не надо. Тебе жизнь дорога. Вот молодец, остановись. Блять, это что такое? Ебать, их оказывается еще дохерищу. Что-то пикает. Что пикает у меня? Блях, время-то уже. Короче, взяли снайперку. Так, спокойно, дружище. Нам вот этого потихой бы убрать. Я чувствую никак. Давай. Ау. Отлично. Это вообще просто огонь. В смысле не попал? Да хорош! Ну что это сейчас было? Не, серьезно? Это вы сейчас прикалываетесь? Бля, дайте еще под... Можно это? Еще чуть-чуть. Блядь, живем, 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 не мрем. Да блядь, ты сука какая! Варюга какая, а? Мы чуть не попались. Да я согласен. Наверняка кто-нибудь услышал. Бля, револьвер мощный был. Не хочу его. А АК вместо снайперки, да? Снайперка хороша, но... Бляха... Не знаю, ладно. Тут, короче, как бы надо пошариться, что у них тут всякая всячина. Не-не-не-не, револьвер... Сюда, Нейт. А где мой револьвер? А почему он пропал? Ну вы серьезно? Это нечестно. Это нечестно. Почему я его не могу обратно взять? Это что такое? Это динамит. Ладненько тогда. Бляха, просрался мой револьвер. Прямо круто так. С одного раза херачит. Все, время, собственно. Не знаю, ну стелс, бляха, возможно, как бы, для этой игры, но опять-таки не факт. А еще я заметил, что я что-то ни одно из сокровищ не нашел. Патроны на АК собираем. Золотой револьвер, только сокровище было, и то он куда-то профукался. Вот, не нашли. А вроде бы как бы тут же должно ходить, типа, всякую эту ты находишь, собираешь ее и в коллекцию добавляешь. Но он как будто... Да нет, это пистолет лежит, но нету. Вот, а... Ладно, не знаю, пока не привык, серьезно. К паркуру привыкаешь, а к стрельбе пока не привык. Ну ни в какую, вот, серьезно. Снайперка, ладно, фиг с ней. Калаш тоже фиг с ним. Все, ладненько тогда, да. Че это было сейчас? А как это он здесь оказался? Я его здесь выкинул? Ха, прикольно. Я жур его не выкидывал. Вот, что хотел сказать-то. Чё это?
Я не понимаю, что это значит. Это shift, подсказка, один. Что это? Неважно, ладно, мы дойдем, как бы мы идем. Но уже в следующей, как говорится, серии. Сейчас сделаю живописный такой пейзажик. Пейзажик, смотри, живописный сделаю. Чтобы вы полюбовались. Ну, хотя тут ничего такого нет. Ну, ладно, вот так вот на лесочек сделаем. На солнышко вам, чтобы было приятно. Вот так вот прям ничего не видать. Такая роса, что-то туман, солнце просеивается, лучи, вот это вот все. И, как говорится, все на этом. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, инстаграм, телеграм. Всем пока. Пока.